В Ростовской области, где будущим летом ждут наплыва гостей на матчи чемпионата мира по футболу, запущен проект Wi-Fi на Дону. Поделиться впечатлениями от игр и местных достопримечательностей можно будет при помощи бесплатного интернета. Зона покрытия хватит 45 километров вдоль главной водной артерии региона от Азова до Старочеркасска. Первые точки доступа протестировали на ростовских улицах и в акватории реки. Достаточно один раз пройти процедуру авторизации, отправив СМС. Скорость обещают хорошую, соединение стабильное. Напомню, в городе на левом берегу Дона сейчас достраивается новый стадион на 45 тысяч мест. В 2018 он примет игры группового этапа Мундиаля и матч 1-8.